Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. Сегодня будем вскрывать еще одну посылочку с банкнотами. Давайте сразу же приступим к этому процессу. Итак, поехали. Первая банкнота. Это Камбоджа. Камбоджа, серия красных кахмеров. 1975 год. Хочу эту серию взять. Вот попалась. 5 релей. 1975 год. Лицевая сторона. Храмовый комплекс Ангкор-Ват. Часто встречается это изображение на банкнотах Камбоджи. И оборотная сторона. Эта серия не такая дешевая, но будем собирать. И оборотная сторона. Люди, выполняющие какие-то ландшафтные работы. Да, делают ландшафт. Так, ладно, дальше. Следующая банкнота тоже Камбоджа. Банкнота номиналом 2000 риэль, 1992 год. Это тоже банкнота, не была выпущена в обращении, была напечатана, но в обращении так и не поступила. А так, такая информация из каталога Крауза Пика. Лицевая сторона, король народом Сианук слева и храмовые ворота Преахвихея. Это храмовый комплекс Кхмерской империи, посвящен богу Шиве, объект территориального спора между Камбоджей и Таиландом. Так, оборотная сторона. Номинал и орнаменты. Так, следующая банкнота. Хорошая, красивая банкнота. Это Лаос. Эта серия тоже у меня есть, пополняется потихоньку. Лаос 500 кип, 1974 год. Очень красивая серия это. Лицевая сторона король Саванг Ватхана. И здание такое вот. Лаос. Так, и оборотная сторона. Гидроэлектростанция. Так, следующая банкнота. В прошлом видео я вам показывал, у меня была вот такая банкнота 5000 лей, но это 1993 год, та была 92-го, они отличаются. Вот сейчас давайте, как раз я эту банкноту далеко не убирал, давайте посмотрим на различия. Вот это 92-й, это 93-й год. Как видим, различия. Есть здесь герб, здесь, наверное, эмблема банка. Ну, а так, как бы композиция сохранилась. Авраам Янку, один из руководителей румынского национального движения в Трансильвании, революционер. И оборотная сторона у них вот такая. Оборотная сторона практически без изменений идет. Это главные ворота крепости Альба Юлия. Вот. Так, поэтому эту серию я тоже уже добираю. Из-за того, что они такие большие, у меня Европа в альбоме Optima. Но есть банкноты Венгрии, Румынии, которые в альбом Optima не помещаются по длине. Поэтому их пришлось делить альбом Европы, некоторые страны в альбом Гранде. Ну, потом, может, все переведу в Гранде, посмотрим. Так, и последняя банкнота, друзья. Это
очень интересная банкнота. Я ее взял по очень хорошей цене. Как видите, состояние тоже не очень плохое. Есть, конечно, дефекты, но в принципе она очень ровная прессованная банкнота. Это, друзья, Польша, 20 злотых, 1936 год. Выпущена 11 ноября 1936 года Банком Польши. Это серия банкнот 1929-1936 годов. Там были номиналы 2, 5, 10, 20, 50 и 100 злотых. И имели хождение до 1940 года. В 40 году были изъяты из обращения. Лицевая сторона. Справа портрет Эмилии Плятер. Это участница революционного освободительного восстания Польши в 1830-1831 годах. Также ее почитают белорусы и латыши. Ее также называют белорусской Жанной д'Арк. И слева статуя женщины с двумя детьми. И оборотная сторона. Изображение Вавельского замка в Кракове. И фигуры архитектора и поэта. Вот такая вот интересная банкнота мне попалась. Поэтому, друзья, очень я вам рекомендую, если вы покупаете у продавца. Кстати, покупал на сайте aukcion.ru, на торговой площадке. Я часто там покупаю. Например, ищу какую-то банкноту, нахожу там и начинаю штудировать, что еще есть у этого продавца. Иногда попадаются очень интересные еще банкноты. Поэтому, как видите, у меня всегда посылка несколько банкнот. Очень редко, когда я заказываю одну, две. Всегда там некоторое количество. Так, и давайте подведем итог сегодняшней покупки. Две банкноты Камбоджи, Лаоса, Румыния и Польша. На этом обзор заканчиваю. Вам большое спасибо за просмотр. Всем желаю добра. До новых встреч.